Глава Северского района в рамках объезда предприятий посетил винодельню «Субербаш». Она расположена в невероятно живописном уголке района за станицей Смоленской. На площади в 60 гектар расположились виноградники. Предприятие организовано в 2012 году. В 2010 году, вернее, мы купили первые участки, вот эти вот ближайшие, и 2 года, получается, их обрабатывали для того, чтобы заложить первые виноградники. То есть первые виноградники были заложены в 2012 году. А здесь у нас выращивается очень большой сортовой состав, потому что у нас здесь есть экспериментальный участок, на котором мы закладываем разные сорта в небольшом количестве и проводим как бы опыты дальнейшие. В линейке – белые, красные, розовые вина из разных сортов винограда Кубани, Кавказа и Европы. Сейчас вино не производят, еще не созрел новый урожай винограда. Однако в период производства на предприятии выпускают 1200 бутылок в час. А пока оборудование подготавливают к новому сезону. Для жителей и гостей Кубани на виноделье проводят экскурсии и прогулки по виноградникам, дегустации и пикники. Сама продукция пользуется спросом не только в крае, но и за его пределами. В планах производство шампанского и открытие ресторана на территории винодельни. Близость к краевому центру, удивительные красоты долины реки Афипс и качественное вино – все это делает винодельню «Субербаш» востребованным объектом винного туризма.